Всем привет, друзья! Меня зовут Арсений, и сегодня вы на канале АНС. И сегодня я не один, сегодня у меня еще со мной Тимур. Всем привет, ребята! Сегодня у нас необычное видео. Сегодня я, Тимур играет с моим телефоном, а я буду держать микрофон и говорить. И он тоже, будет общаться, я буду там советовать, всё. Короче, будет прикольный ролик, мне кажется. Тихо. Чё тут собака стоит? Я хочу, чтобы этот ролик набрал минимум 10 лайков. Минимум. Максимум 10 лайков. Пожалуйста. Можно даже и 2. Нет. Главное, чтобы лайки вообще были, чтобы вам нравились наши видео. Так, ты подумаешь, рассказываешь. Заключал. Ну, не знал тут, что собака. Да я вообще впервые в этой. Кстати, тут собака. Тут собак очень много тут. Кстати, вот это привязывает, пацаны. Вот это привязывает. Нифига себе. Там две. Тут еще больше. Тут 1000. Карте. Ребята, как вам звук? Нас слышно вообще? Нет? Напишите в комментариях. Ну, да. Потому что я сейчас снимаю через... Открой дверь! Открой! О, а я не умер, у меня еще жизнь какая-то. Ну, это было как будто... О, ребята, мы упали. У меня микрофон упал. Банан. Ребята, мне кажется, вы сейчас сами слышали. Банан. Если... Нет. Ну, он типа вот это вот у меня такое. Он всегда там? Да. У меня такое нет. Ну, я... Ну, ты же ролик не снимаю. Нет, у меня на телефон такое. Так это только когда я ролик снимаю. Мати-мати. Проверка на собаку. Я кошка. Такой собака-собака, я кошка. Откройте двери. О, он ключ взял. Конец. Иди зеленую дверь сзади. Я поверну, чувак. Ой, здесь лестница. Я уже знаю. Ребята, напишите. Конечно, по паркуру на телефон вообще. Ребята, напишите, кто играл в эту игру и кто в ней шарит. Ха-ха-ха. Я чисто по паркуру не шарю. Ну, на телефоне. Я завтра сниму. Я, короче, у нас график такой. Мы будем выпускать видео 2 в неделю. Мы в день будем выпускать 2 видео, 3 для вас, чтобы вам было что смотреть. Вы можете делать под нас уроки, потому что, Тут семья. Вы можете делать под нас уроки, потому что. Ну так, чуть-чуть посматривайте и уроки делайте. Это если что не я играю, я просто сижу, смотрю. Это играет Тимур у нас, да? Алло, ты здесь? Оп! Собака, забияка там такая. Видел? Я знаю про эту штуку, из-за этого я на другую клавишку всегда прыгаю. Он видел там стена выбрал? Да, я видел. Я же говорю, собака-забияка. Собака-забияка. Чё забияка? Она чё, забирает? Она забирает твою душу. Я сегодня снял ролик, я там говорю через микрофон, который я повесил на себя. И у нас в Роблоксе ничего не слышно. Ну, ты же сейчас не слышишь? Если звук включить прям...
купил Big Mac, да? Кстати, кто хочет, чтобы мы... Короче, я уже вообще не задавала 100 плюс на первом видео, и я хочу спросить у вас, кто, напишите в комментариях, кто хочет, чтобы мы сняли про Stand of 2. А ты что вышел? Я хочу вот один тайку найти. Так. Так. Неплановые шоколадки. Мы зашли в новую игру. Мы продолжаем. Так. Град. Блин, надо было пленника выбрать. Напишите, кстати, как нас слышно. Тимур уже говорил это. Но я еще расскажу. Логика. М9. Давайте. Там пацаны почти тянули. А где мои очки? Он на другом аккаунте. У меня на компе, короче, другое. Тут какие-то хакеры убили нас. Ребята, мы снимаем. Ну, короче, всем пока, всем пока. Да, конечно. Мы снимаем сейчас. Дай мне на микрофон. На микрофон, он маленький, но... Пацан, я потопаю по твоему компьютеру. Все на маленький снимают, но не все снимают. Ну, мы снимаем с телефона, так что нам можно и маленькую. Согласен? Угу. Угу. Что да. А откуда у заложника автомат или что-то не пистолет? Они это, у полицеев сперли. Красы. Я про завтра еще говорил, но потом перешел на планы дня. Вот, я думаю, завтра мы будем снимать про этот, ну... Про Roblox на компе. Кто хочет? Ты хочешь? Угу. Я только буду через свой компьютер. Ну, если получится. Конечно. Сегодня вечер. Нет, два же ролика. Сегодня один ты снял. Ой, подписчиков 3 снимем. Один день. Что меня убивают, задолбали? Какой би? ABCDEFG. Блин, на телефон так не удобно, когда снимаю. А прикинь, у нас такая сейчас запись. А прикинь, если бы у нас сейчас запись такая. Да, ну давайте. Кто написал пиха? Я. О, там наручники заложили. Хакер, блин, летает. Упал. Хакер упал. Не упал, как бы. Ой, мне уже приятно. Его арестовали на 7 секунд. Ну, а насколько надеялись там было, да? А пикла, мы вам не... Вы чё, офигели? Напишите в комментариях, кто хочет, чтобы у меня была своя песня. Ты хочешь? Не знаю, ранная? А? Ранная. Рано? Не знаю. Через так. Годик такой запишем. Может быть. Так, что ты сейчас делаешь, говори. Не знаю, мне здесь по идее вообще ничего делать. Просто убивать их или что? Наручники надевать. И что тут еще делать? Скажите мне, пожалуйста. Напишите в комментариях. Я-то сам не знаю, я... Чё тут все такие одни ходят, а? Скажите мне. Вот там пистолет. Нет, сзади.
Так тут не взять, это... Объявление отчаянное еще. Заключённые... должны вернуться все камеры. А где камера? Камера на втором этаже. Я тебя убью, по-моему. Что, стекло? А почему я стреляю у всех камер? Я так тебя стреляю. Электрошокер. Зарядил по своему бомбу одну. Завтра... Да блин, я не могу... сказать. Завтра, я думаю, мы будем на... Или я говорил уже, что мы на компьютерах и планируем завтра снять. Всё. Сегодня? Да. Да не, мне кажется. Ну, графика, алло, графика. Выходные будут, наверное. Ребята, я считаю, что болею 6 февраля на прием, и я не пойду завтра-послезавтра в школу. Ой, завтра и так далее в школу до 6 февраля. И постоянно он будет снимать 500 роликов в день. Ну, можно, да? М9 берем. Ребята, это я в том ролике, который сегодня снял, я говорил, я хочу снимать это, ну... на улицу. Сейчас не получится, потому что я болею, я вам говорил в том видео. Сколько времени прошло? Давай до, снимаю до 15, еще 4 минуты получается. Давай говорить, а что ты молчишь? Короче, понятно, что хотите. Я сюда зашел, чтобы погулять тут. Зайди туда в ту камеру. Это не камера, это улица. Ну, улицу зайди. Я подожди. В улицу. На улицу. Какая раз. Канал Мани. А? Канды Бардыскай, да? Я пошел машину брать. Машину? Ну, как бы мне до нее очень далеко. Она для бандитов, а я мне пофиг. И как ты перелезешь? Как-то там я... лестница была. Я крыса, да? Да, я крыса. Фига себе. А я не знал. Читерский проход. Только у тех, у которого есть карта. Я есть хочу. Вон там написано. Я тоже есть хочу. Блин, тут темно. Сейчас тазером. Тазик, а не тазер. Вообще-то это электрошокер, если честно. Ну, написано тазер, но все тазер. Логика Тимура. Да. Ну, так же написано, значит, написано. Логика Тимура. Блин. О, утро. Мне... капец, я... Давай в дом вломимся. Мы из компании Алифлейм. Это полиция из компании Алифлейм. Мы пришли вас забрать в дом. М9 взял. М9 взял. А, да. Короче, сейчас пойду на вазу. Ничего не было. Мы ничего не видели. Все, это пропало. Ты чё? Поперхнул. Мама. Так, ребята, сейчас погодите. Мы начинаем играть. Я уже за машиной. Да, мы нашли. Я теперь бандит. Бандит? Он бандит. Он был полицейским, сейчас бандит. Я не знаю, почему так, но я теперь бандит. Почему-то. Ты самая. Выгнала. Ты самая. Как водить? Не, ты не умею водить. Ты что, я в нее играл? Я думал, машина прыгать умеет. Логика Тимура. Че, напишу жишку всего? Да блин! Я думаю, мы будем заканчивать, потому что время уже скоро подойдет к концу. Что? А, ребят, это... А, мы были на
канале АМС. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вы были на канале АМС, еще раз говорю. Со мной сегодня был Тимур. Всем пока. Вот. Играйте в Roblox. Кто хочет, мой ник я потом в комментариях оставлю. И... пожалуйста, не хейтите. Мы, если что, вам дадим свой номер, позвоните и будем играть. Да. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. С вами был я, меня зовут Арсений и Тимур. И всем пока. До новых встреч.